обсуждение перспектив криптоотрасли в Майами. 18-19 января 2018 года в рамках Всемирного форума по блокчейн пройдет североамериканская биткоин-конференция. На ней будут представлены ведущие игроки отрасли, а также пройдет обсуждение наиболее важных событий из жизни криптосообщества. Среди заявленных более чем 150 спикеров – основатель CNET Halsey Miner, соучредитель и советник Tether Craig Sellers, соучредитель блокчейн Capital Брок Пирс и другие эксперты инновационной сферы.